Всем привет! С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, приглашайте на чайное кофе. Обязательно зайду. У меня есть такая ручная мясорубка. Иногда плохо рубит мясо. Как же ее наточить? Здесь вот есть... Берем шкурку обычную и вот берем вот так вот. Сначала ножик натачиваем. То есть берем... шкурка должна быть такая более-менее мелкая. Здесь кусочек. Вот, сотка П100. Вот, и вот так вот ее начинаем шлифовать. Здесь просто маленький кусочек, у меня был два. Один остался. Ну вот тут минут 10 так поскоблить надо. И нож будет острый. Мышки какие здесь ползают. Да. Ну, в принципе, нормально. Сейчас посмотрим, как наточилось. О, блестит. Смотрите, как блестит. О, прям как новый. Она острый будет. Ой, блин, острый прям. Также берем этот самый, вот этот вот круг. То же самое. Должны его натереть. Чтобы он блестел. Берем до такого момента, чтобы вся поверхность блестела. Она будет очень острая. Так, посмотрим. Ну, уже лучше. Вот видите, она уже начинает блестеть. Но еще она не совсем там. Но мы должны еще сильнее. Надо сильнее прижимать. Вот уже, смотрите, она блестит уже у нас. Не знаю, как вам видно, нет ли. Уже блестит вот. Ну, шкурку надо подлиннее, побольше, чтобы... Ну, у меня просто такой кусочек остался маленький. Я не для этой цели покупал, конечно. Ну, здесь пришлось, смотрю, мясорубка плохо начинает мясорубить, поэтому таким способом можно в домашних условиях наточить вот этот то сам круг прижимной и сам ножик. Вот ножик видно, что блестит, прям переливается. Вот, ну вот таким способом. Здесь уже подточил, в принципе, здесь уже вот этой ржавчины не видно, что когда его, когда она плохо прижимается к этой поверхности, и здесь она уже начинает темнеть из-за того, что плохой прижим, то есть она вот это, она ходить должна вот здесь вот так вот. Вот, в принципе, нормально, здесь вот заточили, все. Теперь мясорубка будет хорошо работать. Хорошо резать. То есть берите эту самую шкурку П100. Ну, в следующий раз еще куплю шкурки побольше. Вот она будет хорошо мясорубить у нас. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода».
жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Еще раз покажу, еще раз. То есть вот этот прижимной ролик, он должен быть блестящий. То есть когда вы ошкурите, и также этот, и этот самый должен быть блестящий сам по себе. Я вот вижу, он прям блестит у меня, как бы отражается, как будто на солнце. Но здесь это еще надо ее тереть подольше, то есть точить. Вот. Спасибо за просмотр, с вами канал. Берем и затачиваем на шкурке P100. Вот так вот, то есть можно два пальца взять, сразу вот так вот, и нож натрется, и сама это, и сам диск этот натрется. Ну так, пальцем просто прижимаем, все, сильно давить не надо. Оно лучше на это заточится, острое будет. Ну, блестит даже отсюда, видно. Вот, спасибо еще за просмотр. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Подписывайтесь. Берите шкурку и точите себе мясорубку. Также можно затачивать и электрические эти ножи такой же шкурочкой. Тоже бывает в электрической мясорубке, тоже начинает плохо мясорубить из-за того, что нож уже как бы становится более тупой. Поэтому плохо, вроде ты давишь изо всех сил. У меня тоже есть электрическая, надо будет тоже взять и ножик наточить. Я, наверное, сейчас этим и займусь. Это тоже как-то я рубанил мясо, что-то плохо рубится. Спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Кому понравился видеоролик, подписывайтесь на мой канал. Также ставьте лайки. Приглашайте на чай и кофе, обязательно зайду. Спасибо за просмотр, всем пока-пока. Да, можете еще подписаться на мой второй канал, называется «Сад на всех широтах». Я там тоже выкладываю ролики.